Всем привет, друзья! Мы на канале Бобезвоз. Давид, у нас сегодня есть яички. Флинстоуны. Да. Кто-нибудь, друзья, из вас видел мультфильм или фильм про Флинстоуны? А я теряю. Вот такая семья, я да? Я теряю. Яичко, посмотрите, какое оно классное. Дай-ка я посмотрю. Смотрите, оно в звездочке. Половинка шоколада беленькая, а вторая половинка молочная. Вкусная, шоколадная. Вкусная? Там что, еще есть игрушка? Давай-ка мы рассмотрим. Что это там за игрушка есть? Давай, я помогу тебе открыть. И это у нас, друзья, какой-то автомобиль. Я, конечно, ждала, что это будет игрушка с Флинстоуном, но это какой-то... Дай я посмотрю, пожалуйста. Это какой-то велосипед. Его нужно сложить еще. Сейчас я вам его сложу. В общем, друзья, получился какой-то абсолютно странный велосипед. Давид уже даже шоколад почти весь доел. Что-то непонятно как-то с количеством деталей. Давай мы откроем второе яичко и посмотрим, что в нем. Договорились? Что там, еще шоколад? Давай посмотрим. Еще вкусненький, еще вкусненький. Да, еще вкусненький шоколад. А давай достанем игрушку. Да? Посмотрим, что там за игрушка. Там опять у нас какой-то непонятный транспорт попался. Ну, хоть Давид шоколада наест. Невидимая игрушка Флинстоун. Какой-то транспорт. Сейчас мы сложим его и посмотрим, что это за транспорт такой. Это робот. Вот такой робот. Да? Такой вот, друзья, получился робот. Не могу рекомендовать вам данные яйца, так как никаких интересных игрушек нету. Вот такие вот какие-то абсолютно непонятные, несуразные игрушки. Ну, хоть шоколад поели. Ну, кстати, киндер-шоколад, он намного вкуснее. Если это видео было для вас интересным или познавательным, обязательно поставьте нам лайк и напишите нам в комментариях. Возможно, у вас попадался когда-то Флинстоун в этих яичках. Всем пока, друзья! Подписывайтесь обязательно на наш канал. Вот этого мальчика, Бобибоса, Давида. Давид, посмотри нам, скажи пока, друзья. Пожалуйста.